Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, с вами Виктор. Сегодня у нас рецепт обалденных классных ребер. Вы все любите ребра, я знаю. До этого уже много дел разных рецептов, и все заходили на ура. Делается все очень просто. Как получится, увидите, если досмотрите до конца. Вот такие вот ребрышки я взял. И сейчас, как вы все знаете, нужно убрать здесь вот эту пленку. Вот так вот. И теперь, друзья, приправляем ребрышки. Вначале хорошо посолим с двух сторон. И теперь из приправ. Здесь у меня сушеный лук, паприка сладкая, сушеный чеснок, черный перец, кайенский перец и копченая паприка. Все это хорошо между собой смешиваем. Получается вот такая приправа. Конечно, есть и такие приправы, продаются уже готовые. Но я специально для вас показываю отдельный состав, чтобы можно было самому все это собрать. Ну а если вдруг у вас какого-то там одного ингредиента не будет, главное вот паприка, чеснок, черный перец, вот это основные такие. Если какого-то одного не будет, не страшно, все равно делайте, все равно будет классно. Ну и теперь приправляем сверху. Вот так вот хорошо, обильно посыпаем ребра приправами. С двух сторон тоже. Мы будем сейчас сразу, друзья, их запекать. Но вообще, если у вас будет время, заверните их в пищевую пленку и уберите хотя бы на пару часов мариноваться. А можно даже в холодильник на ночь. Тогда они будут еще лучше. Можно, конечно, и сразу, если времени нету, как у меня сейчас. Но если замаринуете на пару-тройку часов, будет только лучше. Рекомендую вам. Вот так вот получается это все. Значит, далее, друзья, берем какую-нибудь форму для духовки и перекладываем ребрышки в форму. Вот так. Дальше берем яблочный сок, у меня вот такой вот натуральный, мутный, и наливаем на дно формы, чтобы сок был под ребрами. На ребра не нужно лить, чтобы он снизу был. Вот так. Теперь сверху, друзья, бумага для выпечки. Это для того, чтобы не было прямого контакта у мяса с фольгой. И сверху накрываем все плотно фольгой. Вот так. И теперь, друзья, отправляем все это в духовку. Духовка у меня 180 градусов. Но внутри такой температуры не будет, так как там жидкость, пар, там всегда будет температура поменьше. Смотрите за жидкостью. Через часик, на 2 часа отправляем, через часик можно глянуть. Если сок весь выпарился, еще немножко добавить. Если нет, то так оставить. 160-180 градусов вот так вот на 2 часа. Поехали. Друзья, ребра наши уже на подходе. Сейчас нужно сделать глазировку. Кстати, через час я их открыл, посмотрел, жидкости уже было маловато. Я добавил еще где-то 200 мл сока. Ну и потому что еще у меня с тонкого блеха форма, она сильно нагревается. Если будет какая-то керамическая, она, возможно, не так сильно будет нагреваться. Но все равно лучше посмотреть, потому что если жидкости не будет, это нехорошо. Значит, делаем глазировку, смотрите, что тут у меня есть. Значит, здесь у меня кетчуп, дальше барбекю соус, сладко-острый чили соус, темный соевый соус и коричневый сахар. Сейчас все это смешиваем и получится обалденная глазурь у нас.
Вот такая вот глазурь кисло-сладкая, копченая. Очень красивая, темная за счет соевого соуса. Друзья, прошло у нас 2 часа ровно. Давайте посмотрим, что получилось там у нас интересного. Вах, вах, вах. Ну, я вижу, что отлично они пропарились. Сейчас осталось глазировочку и будет пушечка. Вот так вот на решетку. Здесь под низ я сделал фольгу на противень, чтобы потом не отмывать его. Так как я человек ленивый, лучше сразу позаботиться. И теперь берем глазурь и обильно глазируем наши ребра. Ай, красота-то какая, ребятки. Итак, друзья, теперь духовку я поставил на 160 градусов. Наша задача сейчас минут 10-15 под наблюдением, чтобы ничего не подгорело. Нам нужно, чтобы сейчас испарилась жидкость из соуса, чтобы он приклеился, такой липкий, клейкий стал. И тогда наши ребра готовы. 10-15 минут. Поехали. Друзья, прошло у нас 15 минут, смотрите, какие потрясающие ребра у нас получились. Как я и обещал, все просто, и такие классные ребра не в каждом ресторане вам подадут. Это просто пушечка, смотрите, вай-вай-вай. Ну что, давайте разрежем. Посмотрим, что тут у нас получилось. Красота. Просто красота. Ну, конечно же, немного пенного под такие ребра не повредит. Ой, смотрите, какая красота, ребятки. Какие ребрышки. Обалденно. Сочные, нежные. И вот этот вот глазурь сверху. Острая, кислая, копченая. Это что-то. Нереально круто. Как в лучших барбекю ресторанах. Пивка сверху. О, ребятки, я в раю. Это просто что-то. Смотрите, какая красота. А? Готовьте, не пожалеете. Все просто. Раз-раз в духовку. Глазировка. И наслаждаемся. Супер, супер, друзья, обалденно. Друзья, ну а вам огромное спасибо за ваше внимание, за лайки, за комментарии. Кто не подписан, подпишитесь, вам не сложно, нам приятно. Стараемся для вас. И, в общем, встретимся на следующих видео. До новых встреч. Пока-пока. С вами ваш Шишкин. Готовьте ребра, это просто пушечка. На косточке вот так погладать, это что-то.